Вот еще одно очень хорошее приложение, тоже для любителей халявы. То есть это приложение просто работает на принципе плеера. Для начала вы должны пройти на сайт производителя данного виджета, там зарегистрироваться. Обычная регистрация. Регистрироваться можно либо по почтовому ящику, либо по телефону. Ну и потом с этим логином и паролем заходим в виджет. На сайте закидываем плейлист, скачанный где-то с интернета. А здесь смотрим. Вот у меня есть там несколько плейлистов каких-то закинуты. Так. Ну, вот типа такого. Сейчас заходим на сайт и смотрим там. Вот, значит, сайт для данного виджета, вот этот плеер. Заходим, зарегистрируемся, если там еще не были зарегистрированы. Входим. Значит, здесь, если мы уже заходим в следующий раз, значит, под тем логином, под которым, с тем паролем, под которым мы здесь зарегистрировались, нам необходимо ввести это на виджете на телевизоре. И, соответственно, здесь у нас отобразится наше устройство тогда, если там уже на телевизоре это введено. И здесь мы можем увидеть наши плейлисты. Вот видите. И также можем их добавлять. Можем добавлять по прямой ссылке. Можем добавлять файл, если он у нас есть. Итак, сейчас мы загрузим здесь плейлист. Опять же, я возьму для наглядности, которые я уже делал в другом видео. Пример. Вот он здесь отобразился. Как вы помните, там было 5 каналов белорусских. Белорусских каналов. И сейчас мы посмотрим это на телевидении. И вот, как вы видите, теперь здесь появился тот плейлист, который мы там добавили. Вот написан пример. Давайте посмотрим, вот должно быть 5 белорусских каналов. Как видите.
Вот, пожалуй, все.